Это было 20 лет назад. Тогда все только начиналось, и что в итоге выйдет, можно было лишь предположить. Зато теперь можно точно сказать, что получилось замечательно. Ведь 16-я школа не только из года в год показывает достойный уровень обучения, но и держит направление на всестороннее развитие детей. Ученики здесь поют, танцуют, декламируют, рисуют. И каждый знает, что его таланты непременно заметят и оценят. Ведь именно в этой школе вот уже несколько лет проводится конкурс «Ника», где выбирают и награждают тех, кто проявил себя не только в учебе, но и в творчестве, и в спорте. В этот вечер среди гостей праздника была и Ольга Копышенкова, уполномоченная по правам ребенка в Калужской области. Когда-то директор 16-й школы Наталья Бачина была ее классным руководителем. И уже тогда она искала те педагогические концепции, которые сумела воплотить и развить позже в этой школе. Где каждый ученик может почувствовать себя настоящим артистом. И те результаты, которые мы с вами видим, они, конечно, заслуживают, мне кажется, и восхищения, и аплодисментов, и уважения каждому преподавателю этой школы. В школе у нас живут чудеса. Здесь не смолкают ребят голоса. И не кончается радостный смех. Двери распахнуты все и для всех. Творчество, как известно, может проявляться в любых областях, и не только на сцене. Практикуется в 16-й школе такой подход к преподаванию. Результаты говорят сами за себя. В 2008 году этот коллектив одержал победу на конкурсе приоритетного национального проекта «Образование». В 2009 и 2012 школа входила в реестр «Ведущие школы России». В прошлом году по итогам Всероссийского образовательного форума 16-я школа стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» и была награждена дипломом и медалью. Тогда состоялось ее включение в реестр «Доска почета» и награждение золотым сертификатом. 5 педагогов школы награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Но школа – это не только сильные и творческие педагоги. Это еще и умение сотрудничать с родителями. Ведь полноценное воспитание детей не может происходить только в школе или только дома. Дорогие родители, с юбилеем школы мы с вами делаем одну миссию – воспитываем будущее нашей страны. Я желаю нам единства, и пусть это единство крепнет с каждым днем. 20 лет ежедневного труда вылились не только в большое количество выпускников, которыми можно гордиться. Труд директора и всего педагогического коллектива замечают и далеко за пределами Обнинска. Такие заслуги заметил и уполномоченный при президенте Российской Федерации Павел Алексеевич Астахов. Вручением благодарственных писем праздник вовсе не закончился. В творческой школе официальной частью дело никогда не обходится. И этот праздник педагоги 16-й школы и ученики вместе со своими родителями постарались сделать общим и по-настоящему творческим. Ольга Некрасова, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ.